Самое время вспомнить о фактурных ребятах. Я не вижу борьбы четкой линии, никакого. Ну, проиграть этому старику, который уже, извини, за 30, под 40 лет, с ним надо сперва хорошенько помусолить его, а потом даже партер добиться и сделать. Я думаю, что стародух здесь не показал мне никакой борьбы. Ну, здесь у нас еще есть тоже ряд ребят, это, ну, Гробовик. Они поехали вдвоем на турнир, на хорватский турнир. Он стал вторым, Гробовик стал третьим. В принципе, он заслуженно сюда попал. Как говорится, есть у нас система отбора, все. Ну, так еще очередной раз показывать иногда. Система отбора тоже иногда можно ошибиться.